сейчас босса до 70% сносим. Так, а может будем все сколько одной пучи, все? Что? Чтобы туда мобы не вылазили. Я что-то это не вылазил, плохо слышу. Да не надо, оставь центр, ничего не надо делать. Ой, ты ж не слепой, ты видишь, куда мобы идут, а сразу уводи босса. Не три шажка делай там впереди, я сразу побежал и бьёшь босса. Ирония. Босса, перебегай. Киря, подальше. А Киря, подальше. Лужу засёк. Лужу выносит, ребят. Заботай. Ты шо, это же ХД на касс. Кстати, сейчас бейте босса, только без маски. Точно сейчас сливайте. Дессер из рейда побежал. Подальше выносите лужу. Ага. Посмотрите, все, пошли контролить, ребята. Смотрим, где у нас мобы. Либо лево, либо право. Кому, как говорил, магия, сосредотачивайтесь. Ты, вы на протяжении всего боя трапу кидайте на ход этим мобам. Не стесняйтесь. А я сиди стану. Да. У трамбовщика точечно бьем, ребят. И не врывайтесь сразу, пусть танки заберут. С левой стороны 4. Славик, можешь, в принципе, босса сейчас в центр примерно увести. Прям через центр иди. Потом к воротам, потом к часовой стрелке. Слева, дай кефир слева. А хламоботы не теряются, бомботы только. Теряются. Хламоботы тоже теряются. Хламоботы теряются, я проверил на шипешке. Вот квадратик синенький, луна там. Во-во-во, да-да, Славик, так и води. 8 хламоботов вышло, что-то многовато. Нужно 5 выходить. 4 бомбота, да, и 8 хламоботов. Все, сейчас босса бейте, ребята. Айкон блинк, выживаем. Тучку прожми, ой, это, в глыбу. Это скилл. Седер, подхиль меня. Чуть меня не убил. Я не достаю. 5. Вот достал. Ялда захилю. Те контроль рядов. Пытайтесь их, короче, сейчас всех свести примерно в одну точку. Уже начинайте потихоньку. Сейчас вот этим, видите, к боссу подбегают маги, дайте фростнову. Фростнову дайте. Сразу и босса, там трусы подходят. Фростнову, фир там, элимы, ставьте корни. О, да-да-да, Славик, так и веди, нормально. Вы сейчас контролите, видите, потихоньку собираются. Веди по кругу. Вышел из рейда. Джесс. Уводи подальше, короче. 75-50%. Стойте пока, стойте, ребята, босса не бейте. Давай у ворот переведем, вот где сейчас Слава стоит. Давайте босса там переведем. Сейчас он встанет, подальше отведи. Во-во-во, и все, и переводим, бейте босса. Эссадр побежал, я войда похилю. Контрольте мобов. Во, в кучу собрались. Все, сердце не бьем. Маги остаются там, и ханты пошли контролить. Маги свободные. Вары. О, молодцы. Бейте этих мобов, бьет. Ты ж не трэш, счастлива. Да ты кидай, пожалуйста, ход на вара. С одной стороны 2 только вышло, с другой 6. Пробовщик объем, ребята. Ну вот, как раз уже почти 20 есть. Заберет всех. 8, 3, 6, 14, 16 на блоку нет. Ребята, под боссом контрольте. Ребята, под боссом. Так, я стан дал одному хламоботу. Уводи, Славик. Вот, отлично. Так и копим. Старайтесь их как-то, надо всех в центр свести. И босса подбивать. Сейчас верну. Ханты. Блин, давайте, может, без фира, потому что когда фиряешь, они разбегаются все из кучи. Угу. Ну не дойдут, если не фиряют. Ну, типа. Не, нормально. Охотники есть. А чё, ребята, ну, сейчас мы наберем много, вот смотрите, наберем, а потом не будем фирять, они соберутся.
посмотрите, подскажите мне, хенты сейчас лужу эту замедление на пол кидают или нет? Где? Да, есть одна. Подбиваем лов, где там? У кого 25 хп? Сейчас бейте босса, ребята. Кто не задействован, вообще ни в чем бейте босса, подбивайте. Нам надо 20, до 25% босса слить. Остальные контролят. Десер, хиль себя. Породистого, захилю породистого. Я с гравитационной бомбы побежал. Ну да, примерно так. Главное подальше, короче, от кучи. Линк, сначала к стенке, когда ты идешь, уже они сейчас вдвоем в центре, видишь? Пас контрольте, ребята, Элем там. Давайте, пошли контролить. Во-во-во. Давайте еще какой-то Макфрост нам укидайте. Да там есть все нормально. Бомбовщика сливайте. Я по контролю там других по сторонам смотрите. Вот, все, сейчас будем отводить. Ну да, все правильно ведешь, Слава, молодец. Так, ренимал ты за ним бери. Сейчас одному стан даю стан. Види. К одному там слили. Все, теперь, короче, смотрите, сколько раз мы перевели? Три ведь, да? Да. Все, теперь нам, сейчас босса никто не бейте, просто танк водит, нам их сейчас надо в одну точку свести всех вообще. Как-то пытаться, короче. Радиус поменьше ставь. Не бейте хламуботов. Кто там? Кралька, не бейте. Да, у меня первый уровень, так кто-то... Я понял. Нам надо, короче, их строго практически в одну точку свести, ребята. У них очень маленькая АОЕ. Поведи, еще веди. Закручивай потихоньку, чтобы они смещались в одну точку. Не бейте хламопотов. Дорн побежал. Не бейте хламопотов, пока не надо. Контролим в центре, остальные прибегут через центр. Так какой ШП? Каменс у нас подбивает? А у всех хламоботов. Давайте хламоботов сливать. Подожди. Нет, еще рано, ребята, закручивай еще посильнее. И маги по КД, давайте Фрост на У. Ой, он там ближе там. Ближе, да. Контрольте, которые ближе. А задние пусть доходят. Еще дайте стан, либо замедление в центр. Вот, еще посильнее закручивай. Вот прям в одну точку сводим, ребята. Очень маленького Е. Все, вот давайте, вот короче сейчас бомботов ищем и начинаем потихоньку сливать. Да подожди, может их подбить чуть-чуть? Всех хламоботов, всех уже бомботов. Там нормально. Вот, бомботов бейте, ребята. Уже пошел отчет. Бомботов бейте. Точно ищите. 3 секунды. Бомбот. 2. Бомботов. Прихватил опять по ходу бомботов. Смотри, надо подбить всех бомботов, чтобы у них было чуть-чуть хп. Подбить всех хламоботов, чтобы у них было чуть-чуть хп. И дальше мы быстро убиваем точечно бомботов. Понял, а как ты это сделаешь? Смотри, я же предлагал Валеру поставить. Каменс, вот смотри, назначить Каменса, чтобы он всех подбивал по чуть-чуть, например. Ну какого-то ШП, в общем. А чтобы он пыткой подбивал. Назначили гуся, что ли, или что? Да тут все подбивали, кто хотел вообще просто. Короче, походу еще надо получаться подбивать, пока они идут к боссу. То есть сейчас вот куча такая здоровенная была, и там вообще хаос полный. Там фиг выбили, выделишь таргет. А вы Ctrl-V нажмите, оно там будет показывать. Давайте, короче, подходите под босса. Сейчас последний раз попробуем. Так-то нормально вообще. Здорово. Сейчас надо определиться тогда. ХП подбить. Один, чтоб точно бил и все. Да. Вот. Я Алекс могу этим вытягиванием сейчас жизни по чуть-чуть. Я отойду 2 минуты, ресните меня, ладно? Эй. Че, ребята, подбегайте, резайтесь. Ходите все в лужу под босса. Не дойдите к нему шаманам сюда, я два накину. Воды налью попить. Сейчас уже на меча пришли. Пойду халат что-то насыплю быстро. Конечно, покушай. Ой, это что, вчера караоке было?
Да я не знаю, я не был. Да вы еще даже сами. Зачем пенетра нужна в ПВП? Там для поглощения было урона меньше, по-моему. Дебилы. Резиста не было. Ну да, ну вот я поэтому не буду. Вот, Алина, смотрите, Ракшат скинул точно такой же макрос, как я тебе кидал. Ну, у меня не получается через него разбакать его. Ну все, удалим на шпицау. Там он тебе скидывает с двумя черточками, а тебе нужна одна черточка. Я знаю. Что ты делаешь, а? Удали себя, удали и груз. Тут, извиняюсь, отходил. Ресните, пожалуйста. Я тут у кучи лежу. Навозной. Там на мини-карте потыкал. Ресните, пожалуйста. Курит, поклон, заклон, заклон. Как воно, ты тут, Вареник? Юрит, слышишь? Резни меня, я вот справа от тебя лежу. И Ваню резни тебя тоже. Смотри еще, как можно сделать. Когда жена будет разбивать, ты назначаешь там конкретных людей на метки и ставишь на каждого бомбота метку. И тогда каждый, ну не будет так, что все бьют одного, а потом долго ищут второго. И не успевает его убить. Кстати, тогда каждый заливает своего, и они все одновременно просто взрываются. Есть такой макрос, называется slash-c. Написывайте туда имя бомбота этого, и хуярите заклинание своей точечной. Кстати, да, надо как-то этот момент продумать, чтобы все в него не вливались. Да, в смысле, там 10 секунд. Ой, 12 секунд. С макросом. Типа, ну, мы, типа, я вот смотрел, мы знаешь, сколько снесли? За 10 секунд, вот когда 2 оставалось, там было снесено 8 этих. Да, мы, короче, поняли. В конце, когда всех мобов сведем в центре, сначала камень подобьет всех бомботов, кто-то ему поможет, но потом хламоботов немного подобьем и убьем этих бомботов. Но смотри, Каменс, и тогда кто? Я вот Оптимуса доверяю. Оптимус, ты подбежишь? Ну да, я вот тоже немного больше доверяю у Оптимуса. Доверяю немножечко больше. Просто Виталик один не успеет. Слышишь, Олег? Виталик один не успеет подбить. Еще я психопату доверяю немножко. Спасибо. Главное, чтобы они в одну метку сразу оба не начали бить. Просто в этом прикол. Чтобы они
не начали в одну метку бить, я думаю, скажу, камень сбей, квадрат. Или Пеппер скажет, оптимус, сбей, трусы. Да зачем вы на это отвлекаетесь? Ну, ШП как бы пыткой бьет, там не у как у мага, если стрела улетела, она на 130 тысяч. Просто тогда, когда они, короче, в центре будут, когда уже будем убивать, ставим метки на бумботов, прямо из толпы, короче, ищем. В это время маги, короче, дают форс на уну, также контролим. И все, и по команде тогда сливаем. Так делаем, да? Чтобы путаницы не было. Ой, Фростнова, понимаешь, блин, вы можете убить хламобота в это время, когда бомбота будет взрываться. Не так все в куче стоят. Ну, по крайней мере, эти два трая, которые я видел. Ладно, ну, короче, последний чек, и тогда погнали. Сейчас смотрим, кому чего не хватает. Саня, ты тут, Трися? Ага, вижу, тут. Короче, я могу на ШП зайти подбить. Дайте пристабав. Тут и Олег можешь назначить, да? На ШП могу зайти подбить. Я могу Афлика подбивать. Да не надо, Олег, хилить. Вытягиванием жизни. Нормально все, они подобьют. Дайте пристабав. Дайте пристабав, ребят. Нет. Стабав дайте, сейчас и будем начинать. Бля, там, ну есть у тебя реги, да, пристабав? И Оптимус, Эрик. Ну, все. У нас, короче, все готовы. Славик, иди, начинай. Бьем босса, доводим до 75%. Только не забывай, магов хилим. Следите, чтоб пета не убивали никого. Петов на пассив отключать, либо вообще убирайте их нафиг. Пока бьем босса. 80%, 85%. Еще много. 10%. Точно так же делаем. Олег в конце там назначит. Точки поставит. Ладно, тогда не надо сейчас подбивать фанботов. Просто будем метки кидать, кто ближе к боссу подходит. Давайте разбежимся, контролим сейчас мобов. Сердце никто не трогает. Забейте на него. Не фиряй, лоб. Вы делал, не фиряй тут мобов. Сливайте вот звезду. От моба бегайте, крить. Слева один фанбот, справа два. Три. Три, да. Спасибо за уточнение, дружище. Каменс, подбивай звезду до 25к. Оптимус, кружок. Удивляй. Да, стой, как будто не били. Да точечно ж, разумеется. Тяните его. Тире. Бля, ну зачем вы взорвали, пиздец? Вам бот-то взорвали. Кстати, что-то он не нанес урон фанаботу. Нафиг 200-300 хп. Он, значит, далеко был, слышишь, Олег? Значит, далеко очень был. Я говорю, там практически в точку. Видишь, где звезда стоит? Вот здесь он... Ну, хотя он 2К нанес. 2К наносит бомбот, что ли? Видимо, да. Хилься. Тебя похили. Бомботы, короче, взрываются, когда им сносишь где-то половину хп вот так. 50 ботов на круге, ребята, возле босса. И вот. Бейте босса, кто не закрыл. Я подбил, короче, до 6%, и он сам взорвался. Тогда их лучше вообще не бить. Ну, по-моему, проебали уже чего, да? Уже 4 бомбота слили. Ой, давай, проводи, пока не стреляют. Бомботы вылезут вроде бы, это... Да, если мы хламоботом мало хп оставим, то нормально будет. Да. Давайте также контролим, пока идем нормально. Давайте тогда бомботов не подбиваем. Телек частицу новой, да. Так может еще слышишь, когда будем разбивать, ты там метки поставишь на хламоботов, тут определенный каждый свой таргет выберет, чтобы быстро слить каждый. Да, конечно. Сделано. Да. Сколько нужно сил потом? 20? Аля, Виталий, ты с бомбой не туда побежал. Да, 20.
Ну смотри, 25 человек в рейде, каждый по фокусу берет одного хламобота, если... Что, нельзя бить хламоботов, надо... Хламобот, блин, надо, чтобы они взорвались от того, что этот бомбот взрывается. О, мы одно и то же говорим. Что нужно делать лучше? Там, если хоть упал, то так-так, все. Как проебал, да? Так, здесь 9 хламоботов, 9 штук. Тут тоже можно проебать, давайте на бумаге. Давайте контролим, ребята, контролим. Пробуем, сейчас сделаем нормально все. Контрольте мобов в центре, там магия опять. Вары, замедляйте их. Да у них тоже мало. У кого? Ну, в центре у хламбота. Здесь здоровый. Сделай, чтобы... Они еще идут. Кидай бовцу их, короче. Они не шипятся. Винтами. Почему ты... А, звезда слева по курсу, идет на... босса. Все уже не идет. Подайте эфир там под боссом Славик, уводи в другую сторону. Замедлите, замедлите под боссом кто-то. Куда ты идешь? Да, ты... Минус 4 клана было. Ну, их есть, вот на СКП, следовательно, еще может один раз у них. Давайте посчитаем, сколько... Ну, нормально, раз, нормально, 3. Короче, я 15 насчитал. 3... 4, 5, ну 5% как тысячи, ну еще два раза будет. Угу. Давайте бей, кто не задействован в контроле, бейте босса. Да его сейчас перевести. Звезду замедлите. Боссам нужен контроль, ребята, помогите там ханты или кто-то, вары. Бегу. Квадратик контроль. Нет. Здесь в центре держать. Сводите как-то потихоньку уже, начинайте. Так, Эри, Оптимус, читай гимн на ХП, Юрий, ставь тотем. Прилево, ман. Короче, я подобью это самое оружие. Бумботы, они бегут как, на цель, ну, которая в таргете? Да-да-да, они, короче, бумботы меняют цель, то есть их танки могут, короче, за это сам на себя взять. А хламоботы никогда цель не меняют, они тупо на босса бегут. Ну, это понятно. Вот. Типа, Олег, ты видел рейндж, когда бомбон взорвался с хламоботом, и он типа вообще, не нанес урона? Он там вообще мизерный, я говорю, их в точку практически сводить надо. Конечно, взорвался. Уводи подальше, Славик, они опять бегут. Вот и есть, во-во-во, и так и контроль, где нормально уже, более-менее. Так, 75, 50 и 25. Сейчас пока не там. Бейте босс. Переводим. Да-да-да, переведите. Три бомбота мало. Но мало хп хламобота мы ставим, то нормально. Я сейчас ее пушкой 300. Ты думаешь, в этой куче есть 20 хламоботов? Нет, там нет. Ну сейчас у нас еще раз вылезет и посмотрим, посчитаем. Дай, беги подальше. Вот смотрите, сейчас полез трэш. 16 штук. Центре контрольки. Трэшки побежали уже по краям. Бейте трэш, бейте, точечно. В центре там три мага, остались два. Кралька просто в центре и Элим, короче, в центре. Остальные, кого не назвал, вы идете там. Еще, короче, литрем в центр лужу лей. А породистый, ты на контроль. Давайте, давайте, в центре опять трэш пошел. Где мне проходить сейчас? Проходи к воротам. Ой, не туда. Просто беги. Сами водите, блядь, не туда надо. Да нормально. Славик, беги, беги. Вот хламоботом. Хламобот под боссом. Я во. Кого так быстро сливаете? Блин, нормально так выйдет. Да не сливайте хламоботом. Я не знаю, не представь, представь, что ты танчишь 25 ерец на анбаф лича. Просто повернись спиной к боссу и побежал. Блять, анбаф. Минус ДК, блять, сразу. Да тут-то можно спинуть. Все, надо сводить. Ну вот, я еще трою. Вот этого хламобота вот идет, да? Да, 75, 50 и 20. По-моему, нет? А, мы три раза уже перевели, да? Так, да зачем ты взрываешь? Не взрывай. Не взрывай, не взрывай. Вот теперь их надо, короче, в одну точку свести. Прям практически в одну. В центре пытаетесь? Ну смотри, если он будет бегать по кругу и крутить босса, то они в итоге сойдут в одну точку. Да-да, я понял, я понял. Сейчас пока... Тихонечко. Сейчас хламоботов чё?
У кого фул хп, можно тихонько подбить. И ты, Слава, потихоньку закручивай. Слава, давай. Да, босса не трогайте вообще, не надо. Сейчас только хил, короче, хилит его, я его похилю. Так. Кто есть с нормальным шмотом, кроме Удиалин, Оптимус и Каменса? Родистый с нормальным шмотом. Ну ладно, тогда помолимся на удачу. Оля, давайте назначим людей в конкретных этих играть, бумботов. Хорошо, сейчас скажу, подожди, еще минуту. Они еще встанут получше вместе. Давай скажу сначала, кто будет что бить. Так, Каменс, будешь бить звездочку, кружок. А, слышишь, ты там берсаешь сейчас. Трусы, квадрат. Трусы, квадрат. Что там еще? Закручивай, закручивай. Вуди Аллен, ромбик и череп. Вы услышали? Кто что бьет? Да. Морозьте бомботов, пусть они к хламоботам идут. Надо их в одну точку свести, хламобота потяните в общую кучу. Вообще не морозьте, трэш, не морозьте, пусть они просто под замедлением закручиваются. Согласен, хорошая идея. У нас, короче, до персы 20 секунд, ребята. Ну что будет, когда перса? Все, сведи как-то. Сливайте. Сливайте. Давайте, бомбота убейте. Точечно только. Точно, ребята, пока. 15. Ой, красава! Давай быстрее убиваем босса. Убивай босса. 7 секунд осталось. Нет, босса вы не убьете. Чего в любом случае оставим? Если не убьем, да. То ты... Не знаю, что сделать. Че, если не убиваем, то... То РЛ гей. То РЛ, блять, я. Нет. То он просто быстро бегать начал. Слава, прожмись, да не сваншот. Капли дал. Давай. Давайте, Катя, пацаны, как им лично. Берса чисто подсвал. Блять, красава. Брал. Лучшая гильдия на серии, на. Че, это чего такая сложная считается? Нет. Ну она просто ебливая, надо. Ну да, видишь, Катя, гамотина тут, ее никто никогда не делает. Так же, как и слезы. Дай мне лутер. Зачем вы лутер пишете? Делай, что 25-ки дается автоматом. Что ты говоришь? Раньше было так, 50-ки делаешь, тебе автоматом из 25-ки дается. Чё мне не дало тогда? Ну это было тогда, в 2012 году. Я где-то в 13-м, наверное, делал 10-ки. Уже не давалось. Куда продаваться? Так, в вестибюль. Короче, смотрите. Так. Просто одевайте сейчас нормальный шмот. Просто давай овцу, короче, квадратику синему. Так, и все играем точечно в трусы в зеленые, но никто пока туда не идет. Смогу сам не пройду. Перекурю. Эти пати, варенька. 5 секунд. Всех присуманим, всех забафаем и пойдем. Окей, Слайк. Проблем. Так, в идеале поставь шкаф. Сейчас засуманим всех. Ну-ка, раздайте. Смотрите сейчас по бафам, кому что не хватает. Кто нафиг, а и сумоним вареньку. Мне все не хватает. Маус баф там, бриста баф, каску, по 5. Маун, заходи на ДК или на нормального чара. А смотри, короче, просто ты сейчас синему квадратику кидаешь овцу. Идет, короче, моб. Так, и вот ты кидаешь лужу под себя, стоишь тут, в квадратике. Если побежит слева ремонтник, трусам, короче, даст овцу Icon Blink. Покидай просто овцу. Все, а ты, Славик, сейчас кружочек вытягивай, давай. Бейте точечно кружок, ребята. Нормально, левый трэш насагрился. Бейте кружок. Пас. Сейчас Славик притягивай синий квадратик. Хватка смерти. О, и косты ему желательно сбить. Сейчас Айкин Блинк дашь овцу, короче, ремонтнику. Сейчас не... Во, дай овцу, да. И с точечной играйте. Трусы. Это точечно.
О, ща подойду, короче. Видели модника точно, ребят, ему косты все надо забить. Самогон, ты тут? Теперь пойдемте дальше. Короче, смотрите, я сейчас предлагаю прямо сразу на Алгалону уйти. Я расскажу там, что делаем, попробуем слезы сделать. Нормально, вроде рейд. Фактически во всех уверен. Ты самогон можешь, кстати, на нормального перезаходить, желательно сова. Что это? Сейчас нам было. Ну, так сказать, не отходя от кассы. Че, с кем-то спорим, кто у нас умрет? А кто умрет? Я третий мобов и многие не стоят, ребята. А ты агри мобов? Не, мне кажется, три. Мне кажется, сорсей умрет. И давайте в ноги, ребят. И давайте в ноги. Давай на голду, Виталий, поспорим, что я не умру. Если Трис отрезвит, то может и умрет. Лёх, Лёх, слышишь, что там? Заходи на сову. На сову? Да, заходи на сову, если есть сова. Ну, сейчас зайду. Только не кик и вар, кинь его там восьмую пать. Виталик, представляешь, сейчас поворот такой? Этого вара прогонить, что ли? Я умираю. Ты решил этого вара прогонить здесь? Ну, а почему нет? Не, так да, стойте тут, ждите. Можешь сразу ливать, я просто на СТО зайду и пойдем 2-4. Потому что у тебя 3 КГСа без чарок, без ничего, зачем ты здесь нужен? 5 КГС. Ребят, моб идет, короче, давай, Славик, забирай его и иди сюда. В кусине квадрат, уводи Атараша. А что тут ты, моб, делать клоуны персамы, скажи мне? Блять, не знаю, наверное, чего делать. Ну как, Лех, мы Алгалона, короче... Ну, Алгалона, ты моего ханта уже 5,6. Ну я и дальше на свете тоже хорошо. Так, давай, Айкин Блинк, синему квадратику овцу. Вытягивай, Славик, трусы. Так. Ралли фиолетовому ромбику, если он сейчас пойдет, овцу кинешь. А я так пролю. Точечно трусы бейте, ребят. Только точечно. Класс. Я снова в трусы. Класс. А как и будет, там кто запорит еще? Да. А, там есть на забирайте ремонтников правого, забирайте. И косты ему все сбить надо. Блин, срочно надо уходить. Давайте бейте ремонтника. И пока дверь колголом открывайте. Правильно, блин. Пусть лучше те, кто боец, встанут. А, я не уверен. Я тут не уверен, в Дорне, в Роялде, в Пародистом. Не уверен, короче, если не боитесь ГП получить, а ГП за смерть на каре будет очень много. Можете сразу ливать. Сделаем так. Потому что я как-то тебе говорил, короче, что тот ДК ФДК не очень, и он, короче, не затащит. Давай ты просто кикнешь в Идеалина, Пародистого. И... Нормальный пацан, что ты гонишь? И что делать, и чего? Фудиалин ни разу я здесь не затупил, уже раз 6 или 7 дел, сколько делали. А, Фудиалин нормально играет. А вот породистый... Ну, не заходите туда, идите сюда в синий квадрат, ребят. Точнее, даже в кружочек, в начало. Сейчас, короче, состав. Расскажу, что делать. Леха самогон, так, я вижу, поставьте шкаф только вот тут вот рядом с кружочком, ага. Ну, сейчас присоединяем. Блин. Поставьте шкаф вот здесь. Я пошел случайно. Славик, у нас танчик некому, слышишь? Будь на БДК. Ты сказал, что зайдешь. Я здесь не для того, чтобы сражаться с вами. Какая проблема? Для блага вселенной. Чтоб, короче, чтобы я в ретрике был, тут остался. Виталий, надо следить. Как за БДК, блин, неудобно мне будет. Надо ж по комнате бегать, звезды смотреть. Скажи, что тебе надо ачиво напало. Зачем что-то придумывать? Это пиздец. Мне пофигу, я могу перезайти. Мне просто неудобно будет за БДК. Славик, останься в БДК, тут слышишь? Ну, если ты мне пообещаешь, что Навара там, я позахожу на следующий тренинг. Ты позаходишь? Мне вообще без разницы. Я просто говорю, мне неудобно рейли за БДК. Вот кто может на БДК зайти потанчить, кто уверен в себе? Слава зашел Навара. Смотрите, я, короче, пока тактику расскажу.
Козыри и Варенька, если тут подтверждаете. Смотрите, у нас будет три танка. Войд, Этернити и Джесс. Смотри, Этернити, ты на созвездиях всегда висишь. Войд, ты на боссе. С Джессом меняетесь по 4 стака. Так, смотри, короче. Два танка. Так, остаетесь на первый суровый удар. Оба остаетесь. Слышите меня? Внимательно слушайте, да? Джесс и Войд, вы остаетесь. На Джессе, короче, сработает ревностный. На Джессе сработает ревностный. Войд, ты прижмешь, короче, незыблемость. И Козырь, ты кинешь... Так. А нет, Войд не сдохнет под незыблемостью. Славик, нажмешь кровоотвод и захват рун, короче, прожмешь. Как суровый кончится. Ты не сдохнешь. И еще клык нажми. Так, Джесс, ты тоже клык нажимай на суровом ударе. Далее, короче, смотрите, ребята. Сейчас назначу людей. Я буду ставить меточку на звезды. По моей команде, только по моей команде будете звезды переключаться. Так, по хилам у нас. Реневал Хэпал, Козырь ДЦ, Юрий Таршам, Дессер Эрдру. Так, и сейчас подумаю. Кирет из Пекаси Варпала. Чё, вы вчетвером... Слышите, вы вчетвером захилите. Лок, еще пока не забыл, иди сюда в кружок и ставь унитаз. Сейчас камешек возьмем. Ребята, смотрите, у кого мало хп, камень, короче, юзайте. Маги можете тыкать щит на ману. В критических там ситуациях прожимайте глыбу. Если у вас там 2-3 тысячи хп, 5. Вас не успеют захилить. Так, от кары, ребята, смотрите, отходим подальше, чтобы много урона не получать. Не забывайте это, от кары на протяжении всего трая отходим, желательно подальше. Так, смотрите, что еще не сказал, все массы, короче, с панели убираем. Дорн, если ты анхолик, либо фрост ДК, ты массой, короче, вообще не бьешь. Пронзающий ветер там и так далее, последний у тебя этот талант, воющий ветер. Только бьешь, короче, точечно, без масс, понял? Далее, ретрики рассекающим не бьете. Так, эрпалы этой бурей своей, только точечно, всегда. Вы поставьте. Теперь следующее, смотрите. Каминс, Варенька, Оптимус. По возможности, когда будут созвездия спускаться, если рядом с вами созвездие есть, тыкните, короче, этот ментальный страх, либо крик, ну фир, короче. Все, Этернити потом освободится, он их соберет. Этернити, смотри, теперь для тебя. По созвездиям, значит, спускаются, ты уже в воздухе пытаешься тарелку в них кинуть. Вот, потом подводишь в милизону, Войд и Джесс, на каждом суровом ударе вы все созвездия на себя забираете. Этернити, если ты бежишь в черную дру и созвездие за тобой бежит, если танки не успели сагрить, то ты остаешься, понял? Так, смотри. Вот, смотри, короче, там, внимательно, если что, говори в РК. Так, на каждом суровом ударе Джесс и Войд, вы пытаетесь на себя созвездие забрать, еще раз это повторяю, желательно все. Так. Есть у кого лавка на хп и на броню банки? Не, у меня нету. Так, пейте сейчас, короче, все банки. Надо будет при старте босса забурстить сильно, как на орке, короче. Только агро не сливает. Да, эти штуки. Петрин, смотри, напулишь на Войда, на Рексис, напулишь на Войда. И смотрите, ребята, за агро. На протяжении всего боя. Смотрите, короче, чекаю на АФК, сейчас назначу людей еще. Так, Димас, Самогон, созвездие со мной поподбиваете. Так, и... Так, Оптимус. Ты их слышишь? Вот, мы, короче, вчетвером будем на созвездиях. Ой, на звездах. Так, Летриан, Самогон, Оптимус и Пеппер. Я буду ставить, короче, метку, кружочек. Кружочек буду ставить. И по моей команде, только по моей команде будем сливать. Варенька, все, подходите, вокруг босса рассасывайтесь. В одной точке там не стойте. С костры ставьте там. А с пула нельзя бить массой, да? Нет, с пула, короче, можно. 8-9 секунд с пула отсчитывай про себя, потом массы отключаешь. Так, Ваня, Варенька, ты тут? Я что-то смотрю, вылетает. Лапу. Лапу дайте. Так, камень, Виталик, Варенька, подходите, если готовы. Лёша, дай лапу. Спасибо. Так, подождите, сейчас молитву прочитаю, перекрещусь и будем начинать.
Так, в ноты в РК зашел, в ринг? Все, подожди. А что, слышишь, ты не боишься, что ты сейчас на трай вылетишь? Не, сядь. Я нормально, без лагов. Нормально все, да? Давай, Ваня, удачи. Я расскажу. В оно, братишка. Я уверен, что... Я делаю звезды, бью, и все. Ну, как обычно. Да, я буду метку, короче, ставить. И по моей команде будем в нее переключаться. Так, все, последний раз чекаю. А мы остаемся на первый суровый, а на второй тоже? Так, на первый ты, короче, оставайся. На второй... Второй суровый удар. Блять, надо, короче, подумать. У тебя незабываемость нет, когда шицевей, да? Не знаю, блин, вот когда. Посмотрите тогда. Войт, на первый суровый удар. Войт, на первый суровый удар, заходи в черную дыру. Этернити и Джесс, вы остаетесь вдвоем. На второй суровый удар, короче, ты остаешься, прожимаешь незабываемость, окей? Если что, говорю в РК. Танков поменяем. Если что, Этернити попрошу останется. В идеале... Не-не-не, не должно такого быть. Смотрите, короче, на первый суровый удар Оптимус, прижимаешь тучку, остаешься снаружи, на второй Каминс. Так, у нас все готовы. Давайте, Славик, не забывай, ты сейчас по возможности заходишь. Если видишь, короче, что не успеваешь, либо что, нажимаешь незабываемость, остаешься. Так, все, давайте, короче, отходим от босса подальше. Подальше от босса отходим, прямо к стенке, далеко. Слушай. И Славик, и ты начинаешь с ЛП. Давай, подожди. Начинай. А, кинь одного ШП, короче, во вторую пати, например, чтобы он их подхиливал там. Понял. Как каст тут называется? Суровый удар? Да, суровый удар. Так, козырь, подальше к стенке отойди. Козырь, с другой стороны там, ребята, Icon Blink, Eternity, Поклонская. Отойдите подальше, прям в стенку вжмитесь. Только по моей команде, ребята. Подальше отойдите все. Танк, ты льешь лужу сейчас. Этот попал. Давайте бьем босса. Сейчас бурстим очень сильно, бьем босса. Давайте рост. На пулы все на вейда. Только сейчас, дальше на пулов не надо. Я ставлю метку. Переключаемся по команде. Кружочек разбиваем. Леха, смогу накидывать. Смогу накидывать. От кружка отошли, ребята. От кара отбегаем далеко. Уведи босса. Уведи босса, кружочек никто не бьет. Уведи босса далеко. Давай, так, разбиваем кружок. Давайте, переключитесь кружок. Ребята, кружок разбили. Кому я говорил? А захиливай рейд. Забирай созвездие. Кружок поставил, его никто не бьет. Кара, ребята. Все, забирай созвездие. Десарахильте, ребята. Десарахиль. Давай, разбили кружок, отошли от него, оторни за хил. И кружок, отошли от него. Все. После кары разобьем, захиливай рейв. Не бей кружок, я же сказал по команде, алло. Отбежали от кары. Захиливаем рейд, ребята, захиливаем рейд. Смотрите внимательно. Вот теперь кружок разбили кружок, скорее, ребята. И теперь подходите к порталам, но никто не заходит, только по моей команде. Бейте босса, захиливайте рейд. Вот теперь заходим в черные дыры. Шли и выбежали туда, где в реальности нету порталов. Вышли все моментально хилки в Этернити. В Этернити захиливали. Кара отбежали. Смотрим внимательно под ноги. Все, и бьем босса. Я кружок поставил, разбить. Этернити, закрывай все черные дыры. Разбивай. Кружочек разбить, да-да-да, разбить. Кружочек разбиваю. Где кружочек-то, я не вижу. Все, разбили, захиливай рейд, захиливай, брат. Кружочек поставил, давай, после кары разобьем. От кары отбежали. Кары разобьем. Закрывай дыры. Давайте, кружочек разбили. Так, разбиваем. Так, захиливай рейд, кружок никто не трогает, захиливайте рейд. Так, давай, кружок разбили прямо сейчас. Там разбиваем. Бежали от кружка, ребята. Сейчас еще одну звезду разобьем. Сейчас кара будет, сейчас кара, ребята. Сейчас кара будет, от кары надо отбежать. Захиливаем рейд. Теперь кружок разбить, ребята, кружок разбить. Забирать через стака. Короче, Славик, захиливаем рейд. Сейчас просто бейте босса. Забейте босса. Забирай. Все, бейте босса.
Подходим к порталам, ребята, подходим к порталам. Смотрим кара внимательно. Созвездие забирай на себя. Еще заходим, заходим, заходим. Оставайся, кто может. Сейчас выходим, моментально хилки отдаем в танков. У кого лоу хп? Два. Блять. Ну как? Пусть они покинут тело, пусть сработает. Короче, пусть вот, они покинут вот. Тело, резнутся или внутрь. Давай, давай, не успеют. Давай, 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 давай. Не успеют, не успеют они. На что упасть? Ничего сказать, но я тебе сразу говорил, кого надо кинуть. Ты не послушал, так что. Они вдвоем одновременно сдохли. Ну, блядь, ну как? Это надо быть дауном, чтобы просто не забежать в эту хуйню. Ну потому что он один стоял там далеко. Этот портал. Кто тебе мешал заранее? Ты же заранее сказали, подходите к порталу. А блин, зачем? Блин, еще. Кто тебе мешал? Я тоже флюзнула, блин. Я с конца бежала там. Один портал, значит, да? Если определенное количество людей заходит, то дай, он исчезает, да? Дай лут, я золотой сам. Нет, он некоторое время лежит, висит. То есть, если разбить, например, слишком рано эти звезды, по-моему, так, то они успеют исчезнуть. Короче, там. Этот, подожди, Этернити, слышишь? Вот сейчас вот, по идее, ошибка была. Короче, у нас только один портал остался, или два, я там не видел. Тебе вот на второй суровый удар надо оставлять минимум три портала. То есть, на каждый суровый удар, короче, должно три черные дыры оставаться, понял? В следующий раз. Я же сколько раз тебе объяснял. Вот чтобы, короче, хотя бы минимум 2-3 дыры было всегда открыто. Это тоже очень важно. Записал на мувик, все. Да, Калька, не может быть портал далеко. За 8 секунд каста можно добежать от одной стороны до другой, от одного края до другого. Кара меня там подрезала. То есть я в конце, портал вообще далеко от меня через все поле, посередине кара. Я стояла, ждала, пока эта кара пройдет, и сразу суровый удар. Смотри, вот на втором суровом ударе кара практически сразу. Ну, то есть... Кара и сразу суровый. То есть от кары уже можно сразу бежать к порталу. Это не можно, а даже нужно делать. Чё, давайте мне ГП. Я изменил код отклика. Ваша планета будет спасена. Бля, я вал. Подожди. Я бы не начислял им ГП, по идее. Тут спорный вопрос. Я уже накинул. А 239 не идет же на посланника, да? Нет. Второй? Да что выиграл? Перчатки там какие-то. Говорят. Дай мне перчатки. Они на этого очень прикольные. На ДФБ. Да, на ДФБ. Ну, на ДФБ у меня есть уже. А тут просто крит и скорость, а там меткость. Там так перекат меткость. Я хуею. Дай. Пойдемте на связь. Знаете, как я рад, пиздец, я второй раз на лагуне был. Надо больше звезд сбивать. Да, ну зачем? Просто их не закрывать. Ну или не закрывать. Пацаны, это бред. Рашку, короче, если дофига типов, то не заходит в портал. Я зашел в портал, там где было, не знаю, скопление 10 или 8 типов, не знаю. Че, вы не заходите? Кросс-иди в огне. Не один был портал. Все зашли, кроме них двоих. Дело не в том, что их мало, а в том, что они просто далеко стояли и не успели забежать. Поставьте шкаф, Локи. Локи, шкаф да поставьте. А не то, что порталов мало. Мало это когда ноль порталов. Не в протопало здесь или нет? Короче, типа, ну, там есть, типа, до сурового удара. Остается, типа, 7 секунд. Подбежал близко к порталу и стоишь. Потом только начинается кастовать, забежал в портал. Это не сложно, но это... Вот, бля, смотрите, я... вы сейчас говорите, вам легко, потому что во время трая, ну, я думаю, что не все бы подумали так сделать. Во время трая. А после трая это портал, легко да? Рассуждать. Не, так во время трая нужно об этом думать. Гильдия Darkstars отличается от остальных тем, что она умеет быстро принимать решения во время боя. А глыбу эти прожать не поможет? А только на валик бить. Так, бьем? А нет, говорим, да, да. Нет, просто, нет, блядь, все-таки другую. Сука, вы не бьете валик. Все, на меня сагрились, теперь на ханта агритесь. Короче,
Подождите, смотрите, кушайте рыбу, сейчас Вова зайдет. Мне просто не повезло. Типа, смотрите, если ты хантом не зашел в портал, то ты конченый мудак. Вот и все. То есть магом, ты думаешь, это сложнее как-то? Маг вперед прыгает, да? Я, блин, вам казал, кого надо кинуть. Ой, казал, говорил. Еще с самого начала трали. Там крали не было, ты, по-моему, говорил. Саня, мне сейчас это, в протопало или нет? Сейчас, подожди, Поклонский, ты знаешь тут тактику или нет? Или пусть лучше Киря спрыгнется? Вы что тут ходите, надо кому, нет? Или этот, хэм-режим делаем, все как обычно? Можем брундира средним? Мне вот эта штучка нужна, я вам двиканул. Самогон, ты зайдешь на нормального ДД? Блять, чем тебе мой вар мешает, скажи? Потому что он бесполезен здесь. Вот этим и мешает. Давай сейчас все зайдем 3.5 КГС. Давай сейчас все зайдем 3.5 КГС и будем просто так говорить. Чем мы тебе мешаем? Ты заходи на нормального чара, на котором есть соки, ты чарки. Чё ты до меня доебался? Я в этот ундуар всегда хожу фуловыми чарами. Блять, я тоже хожу фуловыми чарами. Давай, ты заходишь в рейд нормальным чаром, либо не идешь. Выбирай. Все, заебал, сейчас зайду. Не ной нахуй, блядь. Я не ною. Просто да ты ноешь. Нормально ко всему относиться. Заходи на какого-то ДД. Так, короче. Вуди Аллен, тебе нужен буревестник Брунгир. Это, короче, мелкий. Смотрите, можно мелкого последнего убить, если хотите. Какие ачивки тут будем делать? Либо хэм-режим. Выбирайте. Кому что надо. Не знаю, я мелкого один или два ли раза только последним убивал, там АОЕ больно жестко идет. Можно попробовать его. Но мы, скорее всего, вайпнемся. Не знаю. Надо пробовать. Че, перезаходишь? Уже там Малгрейна последним убьем. Знаете, кто вообще во всем виноват? Ты? Нет, Войт, потому что если он кинул мне истерию, мы бы перевели раньше. Вон кинул просто. Хо, Лёха, тебя ждать? Нет, ты заходишь? Да, захожу. Да ты мне голду должен за истерию давать. Может, среднего последним убьем? Мы обычно ли мелкого, ли большого убивали. Давайте среднего. Че, среднего? Можно, знаешь, что сделать, короче? Тут, когда мы будем бить этого старелома, можно, чтобы хант загрел на себя старелома, на ханта повесится вот эта штучка, а потом он завязает отражение, и никто делать не умрет. Хорош. Но не надо. Не надо. Давайте сделаем голосование, там, типа, кто да, жмет, тот за среднего, а кто нет, тот за мелкого, последнего. Ну, смотрите, у нас чисто так. Хорошо, давайте тогда Малгейма последним убьем, так и быть. Это Салгало на десятке. Вы постоянно убиваете хардмод или вот этого брундира, я помню. Да, согласен. Ну что, давайте тогда Малгейма последним убиваем. Давай. Это какой, маленький или большой? Не-не-не, Малгейма последний. Это руны, которые кидаю. Не, я не там теперь. Да? Так, теперь смотрите. Нет. Почему? Ну они классные, я оставлю себе. Ребята, бафайте рейд. Смотрите, короче, квадратик танчишь Войд, самого мелкого. Брундир, слава, твой. Сэддер, Киря. Ты танчишь Сталилома, самого большого, жирного, а Этернити, которого мы последним будем убивать, кружочек, ты танчишь среднего. Сейчас пойдемте. Не, за... его танчите туда вот, там где фиолетовым ромбиком. Да-да. Смотри, ты Сталилома, короче, примерно в центре держишь. Малгейма тоже, примерно там в центре, далеко не разводите, чтобы у вас хилы. Все, а весь рейд, короче, бьет, играет в мелкого. Смотрите, так, Войд, твой будет первый каст. Кралька твой второй, Простя твой третий каст, Айкон Блинк четвертый, Нарексис пятый, и все, и так по кругу. Если что, Трися, там, Поклонская, Пеппер, я подстрахую волшебным потоком. Давайте, короче. Раз, все Саня, дай каску по охотникам. Че дайте тут? По локам каску тоже, пожалуйста. Попристал тоже. Я жмуку говорю. А можно нам по сарсейке каску, пожалуйста? Так, чё, дать каску, да? Да. На всех каску. Сейчас, секунду, каску дам. Один. Каски нету почему-то. Чё, я бахну по тебе. Каску можешь? Не можешь знать, кто я по голосу. Ой, блинк, насколько помню. Неправильно, я просто.
Это похоже, чем голос на этот эмблинг. Так, все, последний чек. Поменяли еще на меня. Слышно? Да-да-да. Так кого бьем? Смотрите, первого бьем мелкого, синий квадратик, брундир будет первый. Все, если... все, больше не надо ничего. Все, потом, потом бьем, короче, жирного, самого большого, сталилома. И среднего бьем последним. Так, все, короче, теперь смотрите внимательно, только танки идут. Два протопаладина начинают, Ива и Славик, идите, идите, танчите. Набирайте агроши, схильте танков очень сильно. Хилы в центр вставайте. Хлеб брундира. Раз сбить. Те рост. Седера хиль, седера, седера хильте. За мелким бегаем. Постоянно в движении находится. Кралька твой каст. Седера хильте, ребят. Очень сильно. Вот просто твой следующий. Это не я сбил, но у меня КД. Просто твой следующий. Блинк твой следующий. Блинк твой следующий. Забывай. Все, молодец. Теперь Славик твой. Чисто свечок подстрахуешь, Валера. Фу, нищий, не мертвым. Давайте Десар резали Триона. Теперь бьем Сталилома. Заходим в синюю лужу, все РДДшки. Подводи Сталилома к синей луже. Ну, древность было с пильцами сильнее. И дота молгейма. Бьем самого большого. Ожог, там палец. Заходите все в синюю лужу. Так, по моей команде разбежимся. Трися, дашь сакру. Саску дайте поохотнику. По моей команде разбежимся. Набирайте рейндж, ребята. Все, набирай давай сакру. Два гимна отхил, оптимус. Гимна отхил, в зеленую лужу не заходим. Давайте в синюю, зашли только ШП. И бьем самого жирного. Молгейма подведи поближе чуть-чуть. Дотаки Молгейма. Подводи под синюю руну босса. Или подводи под синюю руну. Сталилом. Кирия Седер. Сюда примерно, в этот фиолетовый кружочек. Сюда его подведи. Веди, веди. Он предлагал. Он что-то это, долго стоит. Так, теперь смотрите, все переключились в другого. Молгейма уже переключились. Расходитесь, расходитесь. Дай гимн отхил. Дай сакру. Тебе ему. Только ШП в этой луже. ШПшки. Видела с того босса. Я ничего не вижу. Так, ребята, теперь смотрите. Когда у этого босса будет мало ХП, руна смерти, кстати, 8 секунд. Надо будет снова рейндж набрать. В 25% начнется переходка. Ушли, ушли, ушли из этой синей лужи, уходите. Уходите. Вот бейте элементали, ребята, массы. Элементали. Руина. Идет. Еще одна руина. Элементали. Так, сливать надо или что? Да-да-да-да, сливать надо. Видите синюю лужу поближе его? Все в синюю лужу становимся. А руна смерти 5 секунд разошлись и разошлись на рейндж. Сейчас будет руна смерти зеленая опять, это лужа. Желтая. Расходимся. Давай сакру этот. Дал сакру. Опять элементали бейте, ребята. ШП пытка в них играйте. К ним никто не подходит. РДДшки только бейте их. Элементали ШПшки бейте. И добиваем босса. Все. Молодцы. Лайкин, блин, запролочил. Молодец. Чем? Запорол чего нам? Так ее первый Джерри он запорол. Правда. Правда. О, нам не добыча. Надо кому-то это. Хорошая мечта, трансфорт пойдет. Я, короче, разроли, я Олегу потом передам. Окей. Okay. Сейчас попробую еще бессмертие сделать козырю. Бля, у нас рост в КД. Срез, ну тебя просто, подожди. Хочешь перчатки? Давай. Есть там в боссе одна вещь. Ваня, а если ты уже КВС сдал, я не сдам? Или он сейчас поговорит? Нет, какая вещь, Виталик? Там нет никаких вещей. Ну, предмет там такой. Ну, посмотри, ее там нет. Я не знаю, честно. Ну, эта вещь появляется, когда убиваешь целелом.
Блин, я думал, ты про руническую сферу, верни ее. Короче, смотрите, чтобы сейчас босса не сагрить, чтобы босса не сагрить, стойте все на лестнице. Да вы сейчас сагрите его, придется дохнуть, чивку опять заплатить. Да, не заходите за эту ступеньку вообще, как в прошлый раз. Да. Стойте, вот поднялись на лестницу и стойте там, вообще никто туда не заходит. На порот, на. Дальше на Рексиса не заходите, вот все. Это псих вылез. Короче, Роял сказал, отойдет на нового босса. Так, смотрите. Трися, не надо, идите сюда все в ромб. Так, ставьте шкаф. Мы оба лока здесь далеко.